У меня есть знакомый. Я думаю, такой есть почти у всех. Он такой, знаете, юморист, балагур. На каждую, на любую вообще фразу или ситуацию у него есть длинная, замшелая цитата из советского фильма. Он ее обязательно произносит и потом радостно в одиночестве, как правило, упивается ее веселостью. Вот, и в силу такой своей энергичности он любит искать смешное во всем, вот вообще во всем подряд, даже в самых безобидных словах. Говоришь ему там, к примеру, классная у тебя рубашка. Этот юмористический гейзер сразу наполняется, и мой друг аж клокочет от наполняющего радости. Он неизменно отвечает почти всегда. То есть обычно у меня рубашка говно. И знаете, как хороший нападающий, которому дали отличный пас, он бежит, ему осталось только забить мяч в ворота. И пока мяч еще катится к нему, в душе он уже поет, он уже ликует, он уже мысленно забил этот гол и бежит к трибунам, машет руками. Ну и частенько мажет, конечно. Многие думают, что в бутылке чай, но это не так. Тут вода с коричневой гуашью так дешевле. Вы знаете, я постоянно в долгах. Справедливости ради, не только мой друг использует этот прием. Многие женщины в моем окружении, славные, красавицы, чего уж там, в ответ на «ты сегодня отлично выглядишь», пытаются проникнуть в суть вопроса. То есть обычно я выгляжу хреново? Тут, конечно, лучше всего игнорировать этот вопрос, потому что дальше идет только эскалация. Например, говоришь, да, обычно так. И это понятно, что ты приобрел врага навсегда. Но и сказать, нет, обычно нет, ну тоже, знаете, так себе вариант. Я думаю, что все это происходит от нашего неумения хвалить друг друга. Мы так редко говорим друг другу комплименты, что естественно и не умеем их воспринимать. Надо говорить их почаще. Надо и касаться они должны не только внешнего вида, а вообще ну, всего подряд. Работы, учебы, хороших поступков. Можно не стесняться и хвалить людей. Это их мотивирует. Они становятся лучше, и таким образом мы улучшаем свое окружение. Но уж если комплимент делают вам, то напрягите всю свою волю и скажите простое человеческое спасибо. Можно улыбнуться. Это отлично мотивирует автора комплимента, а не ваша идиотская шутка. Оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки, делайте репосты. У вас, кстати, отличная собственная аудитория, ну и поделитесь с ней этим прекрасным произведением. И, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал, на этот канал, жмакайте колокольчик. И не пейте, а если уж очень хочется пить, выпейте чаю, не знаю. Пока.